Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень интересное, вкусное блюдо, главное, самых простых продуктов. Давайте приготовим! Печенку зачищаем, смотрим, чтобы не было желчи, сгустки крови, и отправляем в кастрюльку, будем промывать. Итак, я везде накапала на пол с рук. Теперь мы промыли печенку и отправляем в кипящую воду. Закипело, засекаем время 10 минут, не перевариваем печеночку, иначе будет жесткая. Пока варится печенка, у нас есть 10 минут помыть пол, так как я накапала везде на пол, когда чистила печенку. Наконец-то я себе швабру купила, которую хотела, называется Изиклин. Очень удобно, опускаем швабру в ведро и отжимаем. Ой, как удобно, Игорь. Тут уже смотрите, сколько вам нужно. 2-3 раза, чтобы не очень тоже была сухая. И начинаем мыть пол. Очень удобно мыть углы. Плинтуса очень удобно мыть. Вот как видите. Под мебелью или под холодильником, например. Моет очень хорошо вокруг ножек мебели, и швабра вращается на 360 градусов. Теперь уборка занимает меньше времени. Руки теперь сухие и чистые, и маникюр теперь не портится. И не нужно наклоняться, так как ручка регулируется под любой рост. Особенно под мой, да, Игорь? Особенно под мой. Большое удобное ведро на 12 литров. Ведро имеет две секции, где вода, и отжимаем мы швабру, сюда стекает лишняя водичка. Очень удобно, есть отверстие для слива воды. Насадка вращается на 360 градусов. А микрофибра отлично впитывает воду и не оставляет разводы. Насадка из микрофибры собирает очень тщательно пыль, мусор, волосы. Есть вот такая вот удобная щеточка, когда уже будете, например, мыть ее после уборки. Вот так вот соскребли. И все сполоснули и убираем ведро в удобный угол. Кстати, бренд Изиклин проводит акцию «Призы всем». Вы можете выиграть iPhone, MacBook, 50 наборов бытовой химии и другие призы. Для этого купите швабру Изиклин или любую другую продукцию бренда. Пятновыводитель, гель-порошки, капсулы или гель для стирки или любую другую продукцию до конца ноября. Переходите по ссылке, зарегистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше. В ноябре цена на продукцию Изиклин как никогда низкая, успейте заказать. Плюс отличная возможность поучаствовать в акции и выиграть отличные призы. Ссылочку оставлю под видео в описании и в закрепленном комментарии. А у нас прошло 10 минут. Все, проверяем печеночку. Я достаю один кусочек, разрезаю для убеждения. Вот смотрите, все отлично. Печенка сочная, нежная и мягкая. Выкладываю все на тарелочку и оставляю остывать. Приготовим печеночный тортик. Так, в итоге у меня получилось печенки 300 грамм, изначально было 400. Картофель тоже взяла 300 грамм. Варила я картофель 20 минут, не перевариваем. Укропчик 15 грамм я взяла, морковочка грамм 150, лучок 100 грамм и пара огурчиков 200 грамм. Два плавленых сырка и пачка майонеза 200 грамм. Пару ложечек масла для жарки лука и морковочки. Поставили сковородку нагреваться, лучок нарезаю мелко. Морковочку соломкой. Можно натереть на терке, есть два варианта. Ну, я люблю нарезать. У нас уже сковородка нагрелась. Отправляем масло в сковородку. Вливаю 2 ложки масла. Я когда отправляю, сразу не мешаю, чтобы чуть-чуть поджаривать. Аромат жареного лука мы услышали. Отлично. Отправляем морковку. Помешиваем, готовим до готовности морковки. Не забываем, помешиваем. Накрою крышкой. Готовим 10 минут под крышкой на среднем огне. Ставлю кольцо на 18 сантиметров по диаметру. Можно абсолютно собрать без кольца, все слоями натирать и смазать майонезом. Первым слоем пойдет картофель на крупной терке. Расправляем картошечку так вот вилочкой. Сильно не утрамбовываем, просто вот заровняли. Конечно же, посолим. 1/3 чайной ложечки вот так вот. И поперчим прям щепоточкой перчика. Делаем майонезную сеточку. Майонез контролируйте. Больше-меньше. Ложечкой, либо вот так лопаточкой. Заровняем. Морковка готова. Поджарилась. Сверху картофель натираю печень. Печень
потуже трется, чем картофель. Разравниваем печеночку. Возьму пол чайной ложечки соли и присолю аккуратненько. Теперь отправляю морковку с луком обжаренную. Чтобы печенка не была сухой, мы перемешиваем с морковкой, с луком. Вот так вот. Если вы делаете без кольца, то, конечно же, отдельно натираете печенку, перемешиваете все, потом уже выкладываете сверху на слой картофеля. А вот теперь пойдет майонез. И разравниваем. Нарежем зелень. Я буду украшать листочками салата. Если вы будете украшать укропом петрушку, значит, оставьте немножко для украшения. Я все нарежу. Тут у меня грамм 25. Отправляю к салату. Нарезаю огурчики. Огурцы нарезали, и нам надо слить сок. Вот так вот слегка прижимаем. Вот так вот. Ну и, как всегда, разравниваем вилочкой. Слой майонезика. Пригладим. А теперь сырки пойдут. Натираем сыр. Оба сырка. Раскладываем вилочкой. Делаем майонезную сеточку. У меня тут немножко майонеза осталось, но 200 грамм грубо у нас ушло. А теперь прижимаем, уплотняем теперь. Очень удобно делать силиконовой лопаточкой, можно ложечкой. Тортик накрываю пленкой и убираю в холодильник, а перед подачей украшу просто листочками. У нас тортик постоял, пропитался, мы его готовили заранее. Такой тортик можно и с вечера приготовить, например, если вы утром на стол подавать будете, или наоборот, утром, а вечером подать. Отлично. Вот такая красота у нас получилась. Бока ничем не украшаем, листочки просто расставляю по кругу. Готовьте, пробуйте. Рецепт, как всегда, под видео в описании. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!